Партии «Гражданская платформа» право решающего голоса не дают. Территориальная избирательная комиссия Ленинского района предложенные партии кандидатуры отклонила. Официальная версия тому – неопытность выдвиженцев. Руководители партии в регионе с таким обоснованием не согласны. К отбору они подошли тщательно. О своем недовольстве решением ТИКа «Гражданская платформа» уже сообщила федеральному руководству партии и в Центральную избирательную комиссию. И председателю комиссии ТИК мы разговаривали. Я говорю, вы знаете, даже если бы два человека было включено в комиссию с правом решающего голоса, и то мы бы как бы, ну, съели бы, проглотили бы, съели бы, дальше пошли. А сейчас, говорю, нет ни веры в вас, ни желания дальше формировать, честно говорю, комиссии, потому что будет, это, говорю, проделана колоссальная работа. Я делала, значит, сколько людей мы просеивали в СИК-то, да, чтобы обязательно были экономисты, юристы. Ни одного.